Приветствую вас, Марина. Значит, смотрите, у вас есть довольно серьезная ситуация, что вы живете в сильном стрессе в течение 5-6 лет, что является, в общем-то, очень серьезной датой. Потому что 5-6 лет стресса, это очень разрушительно сказывается и на вас, и на детях ваших, и на том, как вы относитесь к другим людям, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Вот. То есть здесь, на мой взгляд, в первую очередь нужно определить причину, по которой вы чувствуете стресс, да, то есть из-за чего у вас стресс, вот, и, соответственно, снять его, этот самый стресс, нужно. Это вот ключевой момент, который необходимо разобрать. Собственно, может быть такая история, что именно из-за стресса вы не можете есть, вот, такое тоже вполне реально, вот. Ну, конечно, это нужно исследовать, потому что, так сказать, на самом деле нельзя, да? Вот, нельзя однозначно сказать, из-за чего вы не можете, например, есть. Вот, но то, что стресс и отсутствие еды, отсутствие возможности есть, связаны между собой, это, скорее всего, совершенно очевидно. И здесь, конечно, все зависит от того, насколько вы готовы разбираться со всем этим и решать проблему. По факту. По факту. Именно по факту. Дальше. Значит, соответственно, стрессовая ситуация, стрессовая позиция, да, это сочетание сразу нескольких моментов. Значит, первый момент – это низкая самооценка, то есть вы считаете для себя возможным пребывание в таком состоянии, вы считаете для себя возможным пребывание в стрессовом состоянии, вы считаете, что вы этого достойны, даже если вы считаете, что вы этого не достойны, все равно вы в этом состоянии оказались, значит, и 5-6 лет вы уже в нем живете, из него не выходите, вот, соответственно, можно говорить о том, что в глубине души вы полагаете, что это то, чего вы заслуживаете. Вот. Может быть, именно так вы не считаете. Вот, ну, именно буквально вы не считаете так. Но то, что подобный аспект может быть, это однозначно, вот, дальше, значит, самооценка, да, про самооценку я сказал, следующий важный момент, это граница, личные границы,
ваша. То есть совершенно очевидно, что вы не заботитесь о себе должным образом. Совершенно очевидно, что вы не считаете чем-то совсем уж ненормальным то, что происходит, вот. И мне думается, мне кажется, что здесь нужно исходить именно из того, что вы считаете для себя приемлемым вообще, и что вы считаете для себя неприемлемым. Вот. Ну и, собственно говоря, почему, да? Вот. То есть, что приемлемо, что неприемлемо и по какой причине. Вот. Это важно. То есть, простраивание личных границ, соблюдение личных границ ваших необходимо для того, чтобы вы могли, значит, регулировать то, что происходит вокруг вас. Дальше идем, значит, следующий аспект касается того, значит, что можно назвать, ну, условно можно назвать целями. То есть некий такой целевой аспект, да? Что это значит? Ну, по факту это означает, что у вас есть дети, которые от вас зависят, но которые имеют очень сильный, вероятно, негатив, связанный с тем, что вы испытываете проблемы. То есть, дети ваши, грубо говоря, ну, достаточно сильно страдают от того, что вы, ну, ведете себя вот так. То есть, что вам плохо, что вам тяжело, вот. И дети, они чувствуют ваше состояние, вот, и реагируют соответственно. То есть они, будучи детьми, могут начать думать, например, что-то типа того, что это виноваты они в том, что, ну, вот, такая история имеет место быть, да, ну, с вами, это виноваты они, и, соответственно, из-за вас, из-за них, точнее, из-за них, вы так себя ведете. Вот. Мне кажется, что данный аспект тоже нужно рассмотреть. Это аспект целевой. Связан он именно с целью, то есть целями того, ради чего вы все это делаете. Какие цели у вас, например, допустим, при вступлении
в ситуацию, которой вы находитесь, допустим. Какие у вас цели для того, чтобы терпеть тот негатив, который у вас имеется, да, тот стресс, который у вас имеется? Какие у вас надежды и ожидания, да, от детей своих, то есть что вы хотите для своих детей? Вот, понимаете ли вы, как на детей влияет то, что вот, ну, то, что вы, ну, как вы ведете себя, да, вот, и так далее. То есть вот здесь нужно рассматривать, здесь нужно смотреть, нужно смотреть, как обстоят дела, насколько вы сознательно себя ведете по отношению к детям, я имею в виду. Вот. То есть, понимаете ли вы ту ответственность, которая лежит на вас за них, за детей? Вот. Понимаете ли вы, что вам, ну, например, понимаете ли вы, что вам нужно есть, да, хотя бы для них? То есть не ради себя, да, а ради них хотя бы, потому что иначе им от этого будет хуже, от того, что вы не едите. Вот вы, по сути, подвергаете себя, ну, исчезанию, вот. А это все, еще раз повторю, очень негативно влияет на, ну, на детей, вот. Поэтому здесь тоже вот необходимо этот момент обдумать, вот. Ну и в целом, если вы говорите, что у вас много проблем, то все эти проблемы, их, в принципе, можно и нужно изучить, да, исследовать и найти из них, ну, найти выход, который подошел бы вам, который не вредил бы, например, детям, да, и который бы помог бы вам стать счастливым. Вот, но это работа, это работа. И насколько вы готовы к работе, ну, для меня остается загадкой, потому что не совсем понятно ваше состояние, ну, вот, и именно духовное состояние, вообще не совсем понятно. Вот. Вы, значит, хотите, чтобы мы вам помогли, да? Вы задаете вопрос, вы говорите, помогите. Как помочь? По поводу еды, я полагаю, что вам нужно вот обратиться, ну, как минимум, к врачу, да, и уже, соответственно, разобраться с ним, нет ли у вас какого-то заболевания вот, на фоне стресса, а там уже дальше, в зависимости от того, что вам даст врач и что вам скажет врач, там уже в зависимости от этого можно будет что-то рекомендовать, вот, и как доработать, да?
Вот, на этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго и удачи.